Три камчатских педагога представят Камчатку в финале конкурса «Учитель будущего». Команда преподавателей из Петропавловской школы номер 40 в лице Елены Несиной, Раисы Болтенко и Тамары Суворовой одержала победу в полуфинальных испытаниях во Владивостоке в феврале 2020 года. Финал профессионального конкурса стартовал в Санкт-Петербурге. Всероссийский конкурс направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе. Особенность профессионального конкурса «Учитель будущего» в том, что педагоги не только соревнуются в командах, но и в постпроектном сопровождении. По итогам из числа полуфиналистов и финалистов конкурса будет сформировано сообщество «Учителей будущего», где педагоги получат возможность участия в ключевых событиях сферы образования. Всего в конкурсе участвуют 99 команд из 44 регионов России. Дальний Восток представляют 12 команд педагогов. Финалистам предстоит пройти 3 очных конкурсных испытания, междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в конференциях в качестве спикеров. Вчера стартовал первое конкурсное задание – это выступление в формате TED-конференции, где команды рассказывали о своем опыте командной работы, как их команда сформировалась, какой у них опыт междисциплинарных уроков и в дальнейшем, как они планируют развивать свою деятельность. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта образования при поддержке Министерства просвещения России.